Есть такой международно-правовой принцип, что договор сохраняет силу до тех пор, пока действуют обстоятельства, его породившие. Извините за латынь, клаузула аребус секстантибус. Темам. Пока главы государств договариваются о сотрудничестве и взаимодействии, решения железнодорожников выглядят абсурдно. Похоже, жизнь бока, это печка, печка, буржуй, там, кресло, компьютер, нахуй. Девушка играет. Менее чем через месяц перестанет курсировать электропоезд Омск-Петропавловск. В РЖД уверяют, что связано это с нерентабельностью данного направления, в частности, из-за низкого пассажиропотока. Только тебе решать на белую вонь, знаешь, что не стоит отступать, и мы бежим по святой земле, мимо скупых и щедрых, мимо богатых и бедных, мимо людей и верных. Он запишет. Просто, да? Нет? Другого нету? Еще есть время. Полезли собаку. Бей собой. Раздает Льва-Стима. Не понимаю, что за фейт. Там эта собака отъезжает. Все, до свидания. Вау. Я гляну. Здоровье. Ю-ху! Я сейчас не завтракал, я после работы, блин. Понятно. Осталось. Как всегда охуенно. Это ситуация, сейчас люди попустят. Это хуёвая маза была. Деньгами можно изменить событий ход. Знали каждый коп выбиться в рот. Более чем достаточно. Направление пользуется популярностью. Правда, ездить составу осталось недолго. С 10 декабря электричку по маршруту Омск-Петропавловск снимают с расписания. Омске отошел в ведение другой организации, федеральной пассажирской компании, которая и приняла решение об отмене. Для пассажиров новость, конечно, оказалась шокирующей.